Да нет, либо так. Расскажите, так у вас удается много места, но... Да нет, либо так. Да, у вас удается раз. Подводим итоги матча «Фантазия-Авториал». Сергей Дудрев, Илья Вахрушев. У меня к вам одновременно такой вопрос. Начну, наверное, с Ильи, поскольку он был в игре. Кто должен быть доволен набранным очком, а кто должен быть расстроен потерянными двумя? На ваш взгляд, да? Сначала давай, Илья. Ну, как бы сегодня была такая принципиальная игра из команд, которые находятся внизу таблицы, в самом низу. Конечно, мы хотели победить, как бы, и как бы закончить, так сказать, еще у нас еще одна игра, но хотели как бы быть выше фантазии по итогам круга. Но, по сути, по игре, как бы, никто не наиграл на победу, мне кажется, вот это такая закономерная игра, 2-2, как бы. Поэтому мы, наверное, и обе команды просто потеряли очки, 2 очка, как бы, и ребята из фантазии, и мы в том числе, как бы. Поэтому остаемся на своих местах и ждем последний тур. Так. Сергей, ну, соответственно, такой же вопрос вам. Ну, смотря по счету, когда на последних минутах практически мы там получили второй мяч, да, наверное, конечно, хорошо, что мы отыгрались 2-2. Ну, а так, в принципе, да, наверное, игра равная была. Моменты были у той и у другой команды, поэтому, в принципе, закономерно 2-2. Ну, хороший матч был, получился такой, игровой. Наверное, вопрос такой, по количеству футболистов, да, одна замена. И то, я так понимаю, что, наверное, вынуждено, да, пришлось тебе сегодня в игре участие принимать. Выходил, давал там ребятам подышать. Вот, игры не испортил. Это здорово, но тем не менее, где все? Да, что такое? Или это на данный момент вот та обойма, которая готова терпеть, играть и, в принципе, набирать очки? Ну, где все? Как бы у нас там несколько ребят покинуло нас, то есть мы с ними попрощались, как бы по причине там дисциплинарного характера, как бы, ну, потому что ребята не ездили на игры, и как бы для них футбол не в приоритете. Поэтому, то есть, у команды «Авториал» сейчас задача доиграть круг и, то есть, ну, искать футболистов, но, как бы, там я, в принципе, на камеру говорю, ребята, кто там... кто считает себя игроком уровня Суперлиги, там так, в принципе, мы бы, если найдете меня ВКонтакте, напишите мне в личное сообщение, и мы организуем какой-нибудь там типа просмотр, и будем как бы набирать футболистов, как бы, то есть, я думаю, что это будет порядка 5-7 человек, то есть, ко второму кругу, это уже по весне там, то есть, это будет, наверное, новая команда, наполовину обновленная, поэтому такая вот история, как бы, ну, то есть, ребята, ну, так вот вышло, к сожалению. То есть мы где-то в каких-то ребятах немножко ошиблись, как бы. Это, наверное, моя вина, то, что
как бы не сумел их там немножко как-то замотивировать на приезд на футбол, как бы и вообще, то есть жить этой футбольной жизнью, да, соответственно, покинули нас, ничего страшного, будем исправлять ситуацию, будем искать футболистов и готовиться ко второму кругу. Ну, теми, кто сегодня играл, доволен? Да нет, конечно, по всем ребятам, кто с ним приехал, кто доехал до футбола, большое спасибо, 30 спартанцев, 8 спартанцев, там, 8 с половиной со мной вместе, да, как бы, ну, ребятам большое спасибо, молодцы, соответственно, это, как бы, в принципе, есть там костяк команды, как бы, сегодня, в принципе, приехал костяк, кому, как бы, то есть далеко не все равно, на, в принципе, на авториал. Поэтому только спасибо им, всеми доволен, все молодцы, все как бы бились, как бы, с учетом того, что у нас была, ну, условно, там, одна замена, как бы, мы сыграли очень достойно, как бы, на морально-волевых качествах, поэтому все хорошо, молодцы, спасибо, пацаны. Сергей, вопрос такой, не расслабил фантазию вообще быстрый мяч, да, достаточно, ну, так, достаточно быстро забитый, и вот после забитого гола, глядя на соперника, что он там с одной заменой, и то там Илья не сразу вышел, да, поначалу казалось, выйдет, не выйдет, вот не сыграло ли это такую злую шутку? То есть видели бы там у авториала полную, не знаю, скамейку, видели бы, что соперник там с первых минут создает моменты, может быть, забили и ничего не поменялось. У меня такое ощущение, что что-то щелкнуло у ребят, что, ну, сегодня, походу, первая победа светит. Да, я думаю, что нет. У нас уже было несколько матчей, там, 3 или 4 матча, по-моему, когда мы выходили, забивали 2 мяча в самом начале, и потом получали еще 4 в свои ворота и как бы заканчивали уже игру. Поэтому я думаю, что расслабляться нет, мы на установке тоже говорили, что мы выходим играть против команды. Мы не смотрим, где они, внизу турнирной таблицы, наверху турнирной таблицы. Мы выходим именно играть в футбол. Поэтому и на установке тоже мы говорили, что надо выходить и играть без всяких там каких-то послаблений, полностью выдаваться, выкладываться. Поэтому я думаю, что не расслабило, но немножечко у нас сбилась как-то вот эта игра во второй половине первого тайма, наверное, почему-то начали не в свою игру, вместо того, чтобы забрать мяч и спокойно разыгрывать до верного уже, начали какие-то, непонятно, то ли набросы, то ли проходы какие-то, то есть, ну, вот, и немножко упустили вот это, об этом Миша сказал как раз в перерыве, вот, и во втором тайме уже вроде как так более собрано начали, вот, но, тем не менее, получили 2 мяча в свои ворота и, ну, может, тоже встряхнулись немножко. Так, в принципе, моменты-то были у нас. У нас и Гера пробивал опасность со штрафного. Сейчас вот последнюю минуту там защитник у вас, по-моему, головой вытащил просто из девятки в последний момент. Поэтому, не, хорошая игра, в принципе, нормально. У нас еще моментик был в конце матча. У нас, говорят, там тоже моментик был, тоже могли еще в конце и 3-2 сделать счет, как бы. То есть, ну, на самом деле, то есть 2-2 закономерный результат, поэтому спасибо фантазии, как бы, за игру. Все хорошо, блин, более-менее, как бы, идем дальше. Слушай, мне вот со стороны показалось, да, я как-то в этом сезоне первый раз, по-моему, попал на ваш матч в качестве комментатора, что команда очень четко, второй, да, может быть, но команда очень четко терпела, то есть вообще не подавала, да, какого-то, может быть, вида, что что-то, может, не получалось вначале, потому что фантазия поджимала. Еще интересный момент, стоило авториалу так отрезком вернуть себе мяч, вы сразу передавливали. Потом, вроде как, фантазия владела мячом, вы отступали. То есть какой-то такой аритмичный футбол с виду показалось, что очень продуманный. Это просто, ну, команда так друг друга чувствует, да, это вот тот самый костяк, та химия, которая складывается, когда люди давно играют друг с другом, понимают, что можно потерпеть, потом момент свой дождаться. Ну, вот эти все ребята, кто сегодня приехал, то есть там, не считая там Никита нападающего, который к нам недавно пришел, и Влас с начала сезона, то есть, в принципе, там пятерка, там они играют уже с месяцем, ну, сколько уже, 1.5 года вместе, как бы, то есть, поэтому, как бы, выделял мысль. Ну, как бы все ребята играют достаточно давно вместе, как бы, в принципе, поэтому у них все равно какие-то взаимосвязи есть между собой, поэтому, как бы, они где-то понимают, куда надо бежать там и так далее. Так что все нормально. Спасибо им, ребятам, все хорошо. Ну, последний вопрос. У фантазии часто говорят, что не хватает, наверное, такого прям забивного нападающего. Да, сегодня там Гера забил гол, вот, но это по праздникам происходит. Да, сегодня мог он случиться, но не произошел. Вот, но тем не менее, вот, может быть, все-таки, учитывая, что команда хорошо укомплектована, сегодня было там 2 защитника и 2 пятерки, да, по сути, но все-таки вот будет ли какая-то селекция фантазии, потому что... Да, коллектив хороший, видно, что отношения в коллективе хорошие, но очков-то всего 4. То есть тут вопрос же, что первично, люди хорошие или все-таки результат? Не, ну, в первую очередь, конечно, это коллектив. Потому что если коллектив будет, как говорится, гнилой, то там и игры тоже никакой не появится. Поэтому у нас все ребята подобраны, да, там бьются друг за друга. Поэтому, конечно, какие-то точечные, может быть, усиления еще будут.
Это у нас будет работать селекционный отдел над этим вопросом. Вот. А так посмотрим, будет перерыв, будут зимние турниры какие-то, наверное, куда-то будем заявляться, чтобы не простаивать. Поэтому, в принципе, нам, вот мое мнение, нам в некоторых играх просто, мне кажется, немножко не хватает удачи. Вот просто она иногда отворачивается, и вот опять же сегодня несколько моментов были вот таких, которые прямо, ну вот, ну, у других команд залетает, у нас почему-то не залетает. Но немножко где-то вот удача нам повернется лицом, и, может быть, игра дальше пойдет получше. А так, в принципе, нет, игроками довольны. Кто за селекцию отвечает? Ну, насколько я знаю, у нас отвечает Миша и Гера. Поэтому... Все понятно. Все, спасибо, друзья. Mm-hmm.